Вступил в законную силу обвинительный приговор Тверского областного суда в отношении жителя Твери, планировавшего вступить в одно из подразделений ВСУ. Об этом факте мы рассказывали в патрульной службе. Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации 82-го года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации. Житель Твери планировал вступить в одно из подразделений вооруженных сил Украины. В этих целях посредством сети интернет мужчина поддерживал устойчивую связь с представителем украинской стороны, по рекомендации которого изучил маршрут выезда на территорию Украины, приобрел элементы военной экипировки, обмундирование и медицинские средства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при попытке выехать в направлении российско-украинской границы мужчина был задержан на железнодорожной станции Тверь. Амуницию отбирал по указанию связного. Ну, обмундирован, тактическую разгрузку, рюкзак, нож, мультитул. Я должен был стать рядовым солдатом, военнослужащим ВСУ. Я хотел бы, чтобы эти люди не шли по моему пути, чтобы не связываться с какими-то военными формированиями. Потому что последствия могут быть необратимыми. В результате расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 30, статьи 275 Уголовного кодекса России «Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», собраны неопровержимые доказательства причастности фигуранта к инкриминируемому преступлению, которые суд счел достаточными для постановления обвинительного приговора. Признать виновного в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу. Тверским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух братьев Акишевых, действовавших в составе организованной преступной группы. О том, что сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Тверской области ликвидирована лаборатория по производству мефедрона, мы рассказывали в патрульной службе. По версии следствия, двое братьев приобрели дом в одной из деревень в Лихославском муниципальном округе. На территории участка они построили сооружение площадью около 100 квадратных метров, где оборудовали производственный цех. Закупив специализированное оборудование и реактивы, злоумышленники изготавливали наркотики для последующего сбыта крупными партиями через тайники-закладки. Подозреваемых задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». При обследовании помещения лаборатории изъяты контейнеры и емкости с порошкообразным веществом и жидкостями. Кроме того, обнаружено различное оборудование, денежные средства, портативная техника и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. По предварительной оценке, общая масса обнаруженных наркотических средств превысила 50 килограммов, а объем наркосодержащей жидкости более 7 тысяч литров. Акишевы признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, и незаконном хранении прекурсора наркотического средства в особо крупном размере. Кроме того, один из братьев признан виновным в незаконном приобретении марихуаны в значительном размере без цели сбыта. Судом установлено, что в общей сложности братья произвели наркотическое средство мефедрон массой не менее 155 килограммов, что относится к особо крупному размеру. С учетом полного признания Акишевыми своей вины, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, иных смягчающих обстоятельств, одному из братьев назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев, другому 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфискованы обнаруженные у Акишевых денежные средства суммой свыше 1 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.
В этом году социальная служба уголовно-исполнительной системы России отмечает свой первый профессиональный праздник. Социальная служба – это относительно новое, но уже проявившее себя структурное подразделение УИС. Группы социальной защиты осужденных есть в каждом исправительном учреждении Тверской области. В региональных учреждениях УИС трудится около 40 таких специалистов. У каждого осужденного есть возможность обратиться к работнику социальной службы за консультацией по личным проблемам и получить профессиональную помощь. В прошлом году к специалистам обратилось более 1000 осужденных. Сотрудники социальной службы исправительных учреждений занимаются в том числе разработкой и внедрением специальных методик обучения, а также образовательных и коррекционных программ работы с различными категориями осужденных. Помогают с обеспечением обязательного государственного страхования и пенсионного обеспечения осужденных к лишению свободы. В каждом исправительном учреждении действует школа подготовки к освобождению, работа которой нацелена на максимальную подготовку осужденных к возвращению в общество. Сотрудники службы обеспечивают важную задачу по ресоциализации осужденных, возвращению их к нормальной жизни.